Сегодня мы поговорим о Турции как о стране. Я расскажу о том, как изменилась Турция. Здесь немножко о людях, что в стране изменилось во время экономического вот этого кризиса, когда у нас скаканул в ноябре месяце курс доллара, лира упала, провалилась. Переход вот этот экономический. И я хочу рассказать для туристов, сюда людей приезжающих, что здесь немножко по-другому стало, как эти изменения отразились на жизни здесь, или если вы будете туристами, здесь окажетесь в Турции. Так что давайте приступим. Итак, первое, что хочу отметить. Да, подорожало жилье и все в два раза. Продукты питания, жилье, услуги, электричество, газ, топливо, бензин и все прочее. Ну, естественно, да, на нашу жизнедеятельность это все отражается. И это логически, потому что все это приобретается, покупается за доллары, за валюту, естественно, что привозное. Продукты внутренние в Турции, их производство свое, да, Турция очень сельское хозяйство, яйца, молоко. Тоже все, естественно, поднялось, ну, потому что логистика, да, но это не в два раза, но процентов на 50, а не в два раза. Ну, знаете, тоже мало радует, все равно поднятие цен, конечно же, было, ну, и плюс зарплаты и все прочее. Хочу отметить, что, конечно же, настроение людей раздраженные, недовольные жизнью, люди стали жить хуже, да, зарплаты не сильно поднялись, индексации зарплат фактически не было, очень мало, по минимуму просто, а цены поднялись в два раза на все, то есть, по сути, люди в два раза беднее стали, в два раза меньше могут себе чего-то позволить, уже многие не могут позволить, там, не знаю, как-то выходные провести, сходить, там, с детьми в кино, там, развлечения какие-то, там, не знаю, в кафе поесть и так далее, это стало действительно дорого, особенно если у тебя семья, несколько детей, муж, там, жена и так далее, то есть, не маленькая семья, двумя людьми не ограничивается. Это большие затраты. И это очень многим стало не по карману. А работать они продолжают так же много, естественно, да, а выхлоп такой не очень большой. Поэтому, что я замечаю по себе, сервис стал, конечно же, похуже. Здесь также все, скажем так, меняют легко одежду в магазине, я про это раньше рассказывала, возвраты принимают. Ну, например, в магазине Zara теперь пакеты бумажные, которые были обычные для покупок, они теперь за деньги отдельно их оплачивать надо. Может быть, это и к лучшему, да, это сбережет, скажем так, честно скажу, потребление бумаги, пластика, экология равно окей. Но во всех магазинах стали платные пакеты, и не только, раньше были только пластиковые, ну, то есть целлофановые, а теперь еще и бумажные в том числе. Но именно в плане сервиса стали, конечно, более раздраженные официанты в ресторанах, не знаю, там, парковщики, люди, в общем, в магазине где-то на кассе и так далее. Но смотря, если это сетевые какие-то магазины, там, в принципе, им нормальные такие же отношения кассиров, продавцов, клиентов, маленькие бокалы, да, это частный, самостоятельный бизнес, кому тяжело выживать. Раздражение гораздо больше. И вот этот хваленый турецкий сервис, клиент-ориентированность, она еще остается есть, ну, конечно же, с тем, что было раньше, с тем, что сейчас, уже не очень разница именно чувствуется, когда ты, если ты приехал, в принципе, с плохого сервиса, ты не почувствуешь, наверное, разницы, но живя здесь в стране, да, замечаешь. Очень больше попыток обмануть, назовем так, на деньги в том же сервисе. Где-то не возвернуть товар или не вернуть деньги на счет, если ты от чего-то отказался. Это всякие Трендиол, Хепсибурада, вот эти онлайн-сервисы, сайты. Где-то у меня с этим проблем не было, но это история даже моих знакомых, друзей. То есть любой бизнес вертится как может, старается как-то где-то, короче, денег как можно меньше потратить, урезаются, экономят. И, в принципе, вот человеческий фактор раздражения какое-то есть. Я, да, давайте назову название уж, ладно. Несколько раз в азиатской части, у меня не вот здесь возле меня, это зависит от менеджера, который в ресторане, есть такая сеть Big Chef. Рестораны. Так вот, в этой сети, в азиатской части, например, я уже несколько раз от разных людей слышала истории, что им приносят счет за то, что вы покушали, да, какая-то сумма, назовем так, маленькая, довольно-таки, типа 50. Они такие спрашивают, что по 50 лир, сейчас таких цен нет. Нет, 50 долларов или 50 евро, евро больше любят. Есть такая тема, что приносят счет, то есть а-ля на туриста, на иностранца рассчитано, не для своих, конечно, кто может, а-ля проканает.
В этот момент зовут менеджера, если кто, да, тут это местные наши иностранцы какие-то, местные, да, то есть мы лицом иностранцы, но мы говорим по-турецки, вот есть там, например, гражданство, и, в общем, проблему-то мы решить можем. Вот в таких ситуациях, как турист, я вам сразу скажу, что надо говорить, что я не понял, в какой момент у нас евро или доллар стали национальной валютой в Турции, а не лира, по какому праву и закону вы вообще счет тут выписываете в валюте, а я позвоню в Биязмаса, это, скажем так, претензии различные и так далее. Можно это снимать, например, на видео. Но, в общем, суть такая, что, естественно, сразу это стажер, это какой-то официант, дурачок, первый день работающий, сейчас менеджер все поменяет, принесем вам в счет в лирах, как оно есть, там, и так далее. Или часто в счет включают то, что ты не ел лишний стаканчик чая, кофе и так далее, и тому подобное. Короче говоря, ухищряются даже в общепите, как только могут. Поэтому и держите ушки на макушке. Вот этот сервис хваленый, он стал гораздо, конечно, просел. Если бы экономически страна жила лучше, и люди в том числе, вот этого человеческого фактора, желания, как характер людей, раздраженность и так далее, и желание урезать, прижаться, сэкономить, этого было бы, конечно, меньше. Я надеюсь на то, что экономически сейчас через полгода, допустим, где-то год, стабилизируется индекс зарплат, произойдет индексация пенсии и так далее, люди получше будут экономически жить, экономика заработает, и тогда и сервис наш все равно вернется, потому что сервис – это в культуре, этому людей обучают, это гостеприимство, это часть их менталитета и культуры. Поэтому, восточные люди, эта история должна получить откат, назовем так. Если мы берем аренду жилья, квартир, тоже все стало в два раза дороже, жестче стали риэлторы. Я понимаю, что каждый хочет заработать, но и обмануть тоже таких очень много. Называют цены вообще заоблачные, особенно для иностранцев, которые цены не являются адекватными. Очень плохо стали торговаться, сбивать какие-либо цены. А есть еще мелкий, такой назовем мелкий и средний бизнес, частный, не сетевой, когда люди еще пытаются не просто заработать, а сохранить какой-то свой бизнес. Они идут на уступки, где-то ужимаются, не прям себе, ну, в ноль, скажем так, работаем. Там есть моменты хорошего сервиса, когда люди готовы пододвинуться, поторгаться. Но это для мелкого бизнеса, может, что-то из Турции закупает, у себя перепродает, вот в таком небольших, скажем так, масштабах. В этом плане неплохо еще. Есть, скажем так, честные, нормальные люди, так назовем. Одежда, турецкий текстиль, тоже все, естественно, подорожало. Хоть и ткани здесь свои, шелк производится, хлопок турецкий. Все равно доставка, логистика, бензин – это дорого, склады аренды тоже дорого. Цены поднялись. Но не супер катастрофически, но лир там… Ну, сейчас расскажу в лирах примерно, но процентов назовем так где-то на 30-40, ну не в два раза хотя бы, на том спасибо, значит, что по-божески. Хочу отметить, что, например, если я ребенку в прошлом году до экономики этой ситуации покупала, например, назовем кофту, футболку с рукавами, там кофту, как не знаю, это по-русски назовем, водолазку, такую хлопковую, она когда-то стоила там, допустим, 30-40 лир. Это не в дорогом магазине абсолютно, а в обычном, там, в Катоне я и покупаю очень часто одежду в школу. Это стоило там 35-40 лир, сейчас это стоит 75. 70-75, вот такие цены. Под 100 лир назовем вот так. Если раньше детское платье стоило до 100 лир, 90-100 лир, в среднем опять в таком же, это абсолютный масс-маркет магазине, да, это когда ты носишь в школу, там, где не страшно там замарать, потом не отстирать, выкинуть, то есть это не супер качество, какие-то суперские там вещи брендовые, то сейчас это стоит от 150 лир, да я и говорю, насколько подорожало, да, и 170 где-то платье стоит, вот такие цены сейчас. То есть ты уже в магазине, скажем так, смотришь на цены. Это почувствовали абсолютно все экономическую сейчас ситуацию. Как говорится, те, кто и так небогато жил, просто обнищали. Те, кто жил средне, стали жить бедно. А те, кто были богатыми, стали обращать внимание на цены и стали чувствовать, что денег в их кошельке гораздо меньше. Почувствовали это все. Это коснулось абсолютно всех. Говорить о том, что как богатые жили, ничего не замечают, это абсолютная неправда.
Поверьте, я среди своих знакомых очень много знаю тех, кто подзакрывали свой бизнес. У кого деньги были, то чтобы их сохранить и вообще все не растерять до конца, очень многие бизнес стал нерентабельным. Это маленькие фабрики, производства, заводы, магазины, текстиль, тот же производство. Очень много либо сократили же людей, свои затраты, закупки, сократили производство, скажем так, вещей, которые они производят, например. Тут чисто, я вам сейчас примеры расскажу, чисто из моего личного опыта, мои реальные люди, мои родственники, мои знакомые, я знаю, о чем говорю. Поэтому коснулось абсолютно всех. И вот на каком уровне это, скажем так, зависло, застряло с декабря месяца, так до сих пор это продолжается. На какое-то улучшение люди не надеются, честно скажу. Никто не живет в иллюзиях, ни во что не верят. Я больше скажу, даже, ну, выживают. Не живут, а выживают. Вот такая сейчас экономическая ситуация в стране. Вот так здесь такие настроения, так здесь все изменилось сейчас. Кому была полезна, очень рада. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Если вам нужна моя помощь как психолога, консультация в скайпе, в инфобоксе под видео моя почта, пожалуйста, пишите тему письма, консультация. Если вам нужно историю свою публиковать на видео для разбора, да ради бога, пишите в теме письма, история от аноним. Спасибо за внимание, за ваши комментарии. Если вы смотрите YouTube, подключайте обязательно VPN, всегда оставайтесь на связи. Спасибо за внимание, всем пока.